Приветствую вас на канале Калейдоскоп Гортензий. Сегодня утром у нас прошел дождь, и теперь светит яркое солнце. Это, конечно, не очень хорошо, потому что вода и солнце могут способствовать тому, что белоснежные соцветия гортензий могут подгорать и становиться рыжими на солнце. Очень нежные цветочки. Нежелательно их поливать сверху. Нежелателен дождь, особенно в дневные часы и утренние, после которого светит солнце. И также нежелательно при внесении удобрений попадание жидких удобрений на соцветия. Они тоже чернеют и теряют тогда декоративность. Сейчас на первом плане гортензия Magical Sweet Summer. Pink Annabelle. Вот после дождя все равно куст не разваливается. Magical Mont Blanc. За ветками кустарника Magical Andes. На втором плане Strawberry Blossom раскрывается. С правой стороны Pink Rose and Pink Promise, Little Fries, низкорослая тоже Matterhorn, компактный куст, весь усеян белоснежными соцветиями, Пандора. Это ажурный кустик панзола. Панфлора и пандрия. Розовые соцветия самарской лидии. Вы уже видели не первый раз у меня на канале. Самое первое меняет цвет. Это компактная низкорослая гортензия. Поэтому она зацветает одной из самых первых и меняет цвет по сорту одной из самых первых. Magical Mont Blanc. Пенные, набитые, очень красивые соцветия. Конечно, под тяжестью соцветий, тем более намоченных дождем, соцветия, конечно, поникают. Граффити. Sugar Rush. Подальше, на заднем плане, Royal Flower, кружевные соцветия Touch of Pink, Magical Himalaya, распускаясь, соцветия, конечно, становятся больше и увеличиваются в размере. Приобретают цвет по своему сорту, начиная, например, от лаймовых, постепенно становятся белыми, и только верхушка
остается лаймовой. Но в полном распуске она тоже, например, белеет. Magical Vesuvia. Соцветие со стерильными и фертильными цветками уже начинает изменять цвет, становиться розовой. В полном распуске будет красный. Cotton Cream. Summer Love. Это среднерослые кусты, но в этом году дождливая весна и лето, поэтому они очень высокие по сравнению с предыдущим годом. Ну и кусты взрослеют, разрастаются вширь. Бомбшелл. Раскидистый куст. Сейчас, ну, просто он молодой еще. И буду обрезать его коротко. Надеюсь, со временем он будет держать соцветие. Butterflies розовеет. Little Spooky. Skyfall. Геркулес. Соцветия отдельные начинают розоветь. Мохито. Бобо. Мелкие цветочки, но уже розовеют. White Light. Пинки Винки. Огромное соцветие, конусообразные, очень красивые будут в распуске. И на заднем плане Rose Melba розовеет. И чередуется с кустами Summer Snow. Распустился уже куст Summer Snow. Rose Melba. И вот такие большие соцветия Summer Snow. Летний снег. Magical Candle. Candlelight. Limelight, Fries Melba, Vanilla Fries. Здесь собирается цвести Summer Love в горшке. И Самарская Лидия. Дети становятся малиновыми. Не зря такое у нее и название. От производителя. Зацвел компактный низкорослый сорт гортензии Little Passion. Молодые кустики, посаженные в этом году. И Baby Lace будет цвести, посаженный через один.
по описанию соцветия и компактность кусту практически одинаковая, но одна гортензия белая, а вторая после распуска становится розовой. Little Lime. Romantic Ice и Lime Spark. И Romantic Ice, лаймовые соцветия, цветочки имеют такую форму, интересный сорт. На заднем плане растет два куста роз, сирень, пастель грин. До обеда здесь солнце и уже изменяет цвет. Взрослые кусты пастель грин, этим кустам уже 4 года, они имеют соцветие в виде конуса. А молодые саженцы более плоскую форму имеют соцветие. Этот куст называется Magical Moonlight. Вот в ряду этих гортензий стоит невероятный аромат. Очень много пчел всегда здесь. И какая из этих гортензий так пахнет, я даже не могу сказать. Особенно губительны летний дождь и солнце для крупнолистной гортензии, поэтому по возможности их нужно прикрывать. Эта гортензия у меня под зонтиком. Хотя и солнце в этой части сада у меня до обеда. И даже при хорошем поливе она немного увядает. Фантом растет под лиственницей. Посмотрите, один куст, но какие разные соцветия. Вот такое рыхлое соцветие и вот такое плотное соцветие. И таких рыхлых соцветий не одно. Вот так проявляют себя метельчатые гортензии. Различные сорта, в различные годы, в различном возрасте, поэтому уже не приходится удивляться. Сандеф Райс. Низкорослый. И Лаймлайт. Начинает цветение. Это вид впереди дома. Я знаю, вы любите обзорные фотографии, видео. Вот так
выглядит дорожка к дому от калитки. Крупнолистная гортензия. Розовые, темно-розовые, с фиолетовым, лососевые цвета, белые. Некоторые уже изменила цвет и стала лаймовым. Первое де утром. Куст больше метра шириной уже. Это фантом. Тоже верхние соцветия более плотные, пока еще распускаются, а нижние становятся более рыхлыми. Пинки-винки, молодые кустики. Анабель. Под тяжестью соцветий и после дождя склоняется к земле. Кандибелли Баблгам. С каждым разом все более становится лаймовой, зеленеет. Лайм Рики. Разрастается молодой кустик. И Стронг Анабель. Белоснежные соцветия становятся лаймовыми. Оли, Алёшкин. В тени березы и лиственницы радуют меня крупнолистные гортензии. Лаймлайт. Пастель грин. Лайм-лайт. Пинк-леди. Селекшн. Мэджикал Мунлайт. Даймонд Руж. Мэджикал Фаер. Magical Flame. Grandiflora. Фантом. Взрослый большой куст. Magical Candle. Лайм Лайт в бутонах еще. Пинк Леди. Это небольшой кустик ливаны. Биг Бен.
еще одна ливана. Вимс Ред. Lime White, Vanilla Fries, Fries Melba, Sunday Fries, Diamond Rouge, Magic Lemon White, Лаймовые соцветия. Этот сорт не меняет цвет. Фантом, Полар Би, Диамантино, Вимс Ред слегка розовеет, но всегда тут тоже в тени берез. Не особо окрашивается в яркий красный цвет. Pink Lady. Белоснежные соцветия большим количеством фертильных цветочков.